Кому рамы оконные, кому блоки бетонные, подходи, педагог, заказывай. А все это богатство можно приобрести в счет долга за методическую литературу. Такое вот предложение сделали учителям Петрозаводска. Еще в ноябре 1997 года Управление образования получило разрешение погасить долг за методлитературу частью долга преподавателей за квартплату и коммунальные услуги. Но поскольку учителя – народ законопослушный и государству доставлять хлопоты не желают, то и квартплату исправно платят, отдавая на святое дело последние копейки. А посему таких вот должников отыскалось немного. Ну а важные умные люди, недолго думая и помня, что скоро лето, ну а наш российский учитель всяким там канарам явно предпочтет родную дачу, решили помочь, предложив рамы, блоки и прочую утварь, полезную и бесполезную. Именно метод литературы очень не хватает учителям. Именно литература еще, потому что работаем мы с детьми. Вот вы сегодня видели, снимали этих детей. У них есть возможность получать такие, покупать уникальные экземпляры, книги. А у нас такой возможности, к сожалению, не у всех есть. Хотя стараемся. Мы никоим образом не хотим сказать, что нам так туго живется. Просто вот как бы не очень популярным стал этот шаг. И остается надеяться только на то, что учителя очень умный народ, очень тактичный народ. И как бы вот воспринимают все. Те, кто постарше у нас, те, у кого есть дачи, они эту вот как бы предоставленную возможность использовали. А те, кто помоложе, насколько я знаю, ждут все-таки выплаты денег. То есть пусть они будут поздно, но все-таки деньгами.